Киево-Печерскую лавру называют солнцем Киева. Вокруг нее веками вращается история Киевской Руси. Но ее сияние началось с тихого света лампад, что загорелись в лаврских пещерах почти 10 веков назад. Преподобный Илья из города Мурома. Это тот самый былинный герой Илья Муромец, живший в 12 веке. Представился около 1188 года. Он действительно 30 лет не ходил. Это подтвердили и современные исследования. Когда его исцелили старцы, благословили идти в Киев. По своей необыкновенной силе он был избран воеводой и одержал множество побед. Об этом есть и былины. Когда оставил военную службу, пошел на другую войну, уже духовную, невидимую брань, принял монашеский постриг. А в момент опасности для Отечества он снова пошел защищать Родину. У него левое плечо пробито копьем, несколько ребер перебито. Он покровитель защитников Отечества, а болящие позвоночником и ногами также обращаются к нему в молитвах и получают помощь и исцеление.